Наверное, это мой рай. Сколько тут овисов? Так, только скажите мне, что вы не затамленные, да? О, да. Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф. Мы продолжаем играть в Ark Survival Evolved. Выжженная земля, ну, Варк Скорчтерф вообще-то, ну ладно, неважно. Пришел я на Рагнарог, значит, барашков томить, и просто сразу... вот барашек. Только проблема в том, что покормлю-то я покормлю, а как мне потом его вытаскивать? Ну, давай, у нас тут кексы портят. А, не, они, смотри, обновились. Сейчас попробуем прикормить. И спрятать. Там еще виверна какая-то очень злая. Хотя бы сюда, вот под фундамент, иди за мной. Можешь удастся тебе тут выжить. Иди сюда. Сейчас мне надо срочно искать луч. И типа аргента. Так, это мужик. Мужицк. А вот, по-моему, бабенка, да? А нет, самец тоже. Черт. Вон там вражина ходит. Блин, мне срочно нужен луч. Очень срочно. Давай, наверное, этого самца тоже возьмем. И побежим отсюда. Все, валим. Туда, куда-нибудь тоже подальше. Беги сюда. Сейчас нам надо... Там еще виверна какая-то. Короче, огонь. Я вообще без понятия, в какой я местности. Я Рагнарог очень плохо знаю. Ну, я тут практически не играл, но очень мало играл. Мне нужен какой-то луч или что-то как-то, короче. Что-то нужно мне. Мне что-то нужно, вот. Это главное. Так, давай овисов пока здесь спрячем. Нифига себе их тут. Я думал, проблема, да, приручить. Так, ну два самца есть, нужны самки, как бы. Мне еще 5 кексов. И мне нужно как-то... Как-то что-то замутить. Там вот где-то обелиск. С этой бы виверной не пересечься. Еще, блин, серьезно? Мне туда ж топать. Чтоб я знал, где тут обелиски эти сраные. Давай возьмем ствол. Опасный. Блин, ну что-то он выглядит так, как будто он трындец как далеко. А тут еще эти ящерки ползают. What the fuck? Ну, давай продвигаться. Главное, не забыть, что мы тут овисов затомили. Там гребаная огненная виверна. Че, нормально живем. Тут и вот еще, кстати, баг этот с черным небом. Вроде бы как писали в одном из обновлений, что типа пофиксили эту тему. Сколько тут странных ящериц? Но, по всей видимости, нет. Они вот очень больно кусают, насколько я знаю. Так, надо запомнить вообще эту местность. Потому что нам надо сюда вернуться. Ну, я так понимаю, тут овисов много, не проблема, конечно. Но терять не хочется. А надо было спальник, кстати, поставить. Алло. Гараж, блин. Вот какие-то бичи повсюду мертвые. Такс. У меня соль с собой, конечно же. Да ю мать. Да, конечно, разместишь тут. Слишком близко к чужому фундаменту. Ну вот где хоть лучший какой замшелый? Так, тут под водой-то опасности нет особо. Поплыли. Я около вулкана, очевидно, или типа того. Так, подожди. Опасно. Ох, как тут опасно. Чё-то как-то не по фэншую я заплыл. Блин, лучик. Какой-нибудь долбанный лучик, так сложно. Что меня запулило-то в неведомую даль? Богомолы?
Серьезно? Господи, тут вообще всякие твари. Ладно. Плывем, короче, к лучу. Ни одного долбанного луча вокруг. Я так смотрю, вон там где-то обелиск. Может быть, мне туда стоило. Короче, непонятно. Бобры бегают. Тут богомолы, жуки. Бобер. Ну это затамленный, да? Ага. Так, пистолет. Да, вот скоробейчики. Прикольно, конечно. Богомол. По-моему, меня спалил. Валим нафиг. Да, он явно меня спалил. Черт, какой-то там левел. А, переагрился. 90-й, ну нафиг тебя в задницу, короче. Надо как-то их обойти. Так, чтобы в живых остаться. Фу, стрял я. Я надеялся, где-нибудь лучка рядом найду или что-то типа того. Ну, что-то пока нет. Надо срочно находить, тогда я сяду на аргента, и все будет шикардосно просто. Ну, до этого счастливого момента, походу... Да ёп... Ты издеваешься? Вроде они... Да нет, смотри, плывет. Не, они что-то не особо плавают. Отлично. Хотя бы так спасаться. Я ж могу там подстреливаться от каких-нибудь ловелов. Надо ли оно мне? Вроде как и нет. Такс. Вон там обелиск. Вообще непонятно, куда я заперся. Не сдохнуть бы тут где. Я там мешок этот, ну, спальник поставил. Мешок. Тут вон всякие чувачки понапоселились. Ну, вон там вдали где-то есть, конечно. Хотелось бы какой-нибудь луч, я не знаю. Потому что так что-то... О, блин, титана буа, отлично. Эта тварь просто так не отцепится. Сдохни, мразь. Ха-ха-ха! Отлично. О, против богомолов хорошо идут огненные стрелы. Бежим. Жесть, а? Говнари. Такс. Нормально, чё. Живем пока что. Так, там титана бо... О, это что еще за пещера? Небольшая. Такс, ну вот тут кончается вроде как этот биом. Начинается какой-то другой. Может, там хоть чуточку безопасней. Я бы, наверное, тоже спальник поставил. Так, там рапторы бегают. Давай, наверное, даже вот так возьмем в руки болос. И как-то побежим. Спальничков я поставил. Коль чего, да? Потом, если что, даже можно будет сориентироваться на местности. Где-то моих два овиса затамленных. Ёпта. Ладно, оплывем. Куда-то туда, через горы. Я, блин, все надеюсь, конечно, лучше встретить. Но что-то надежды эти сомнительные. Тут, видать, большая база. Что-то явно грузится. Вот где-то лучик относительно недалеко появился, но я фиг знает, дойду я туда, нет вообще. Тут что-то понастроено всякого. Добегу. Ну, по идее, по горе-то я могу, наверное, пробежать. Блин, а поближе лучик нельзя было, игра. Что за жесть? Тут вроде плюс-минус спокойная местность, а вот на вулкане-то я нифига не уверен, что там спокойно. Что-то мы тут слегка в дерьме. Такс. Ну, сейчас попробую туда пробежать, вдруг да получится. Не, так-то все нормально, только там аллозавры и рексы бродят, а так-то все хорошо.
Нафиг бежать оттуда. Куда-то. Может, мы все-таки к обелиску дойдем? Ну, что-то он... Трындец, как далеко. И вон еще какая-то тварь. Так, дай-ка подумать. Ну, надо в горы лезть, наверное. Смогу ли? Я не вижу других вариантов. Сейчас еще бы ночь, конечно. Чтоб наверняка тут сдохнуть. What the fuck? Чё ж мне на скёрче не сиделось? Тут не грех обделаться в такой-то темени. Ну все, далеко я не ушел. Трындец. Ночь, придется, наверное, тут ночь сидеть, а вообще без понятия, куда брести. А брести наобум это трындец. Чё тут, час 57. Ну нормально, в принципе. Кексы живы, главное, может тут где-то рядом лучик опустится, я не знаю, до того я не дошел. Ну либо до луча доберемся. Короче, весело. Трындец как и весело. Чё, куда деваться? Чё там, 11? Блин, долго тут сидеть придется, но что поделаешь. Да ну нафиг. Я тут спустился, к воде пошел попить как бы. Ну решил, что... Я посмотрел вообще карту, пока мне ночью заняться нечем было. Посмотрел, где обелиски, и понял, что я бегу вообще ни черта не туда. Но нам сейчас, походу, поможет лучик. Который весьма вовремя тут решил спуститься. Давайте мы сейчас какую-нибудь диспозицию займем. Давай, запрыгивай. Да, тут вроде плюс-минус безопасно. Сядем наконец-то на Аргента, и все будет у нас хорошо. Фу, натерпелся тут ужасов ночью. Лежал. Тише воды, ниже травы. Там где-то рексы бродят, а лазавры стаями. Ну ладно, ждем. Давай, живительный лучик. Кстати, каких тут левелов? Птерчики летают? Мелочь. О, да, какой же это кайф все-таки опять сесть на Аргента. Не бояться каждого богомола в этих сраных местах. Блин, я даже не был тут никогда на самом-то деле. Не летал вокруг этого. Ну так, пролетом был. На Виве, я помнится, летал. Типа того. Ну ладно. Ну, не на официальных серверах, само собой. Это офф-сервер. Да, вот здесь меня поджимали. Тут какие-то баски. Давай посмотрим, чем тут люди живут. Блин, жесть. Так, сейчас надо найти наших овисов. И еще найти самочек. Самочек, самцов. Потом будем их размножать. И на мяско пускать, томить там всяких волков нормальных. Ну и так далее. Может быть и рексов. Хотя рексов лучше киблами. В принципе, не такая проблема наловить. Кого там? Скорпионов? Давай смотреть. Вот здесь уже могут овисы бегать. По идее, да? Чё тут? Кто тут с кем воюет? Кто тут на улице? Чё, я тут Вива? Текс, каким-то левелом-то, ёпта. Не хотят мне показать. Ладно, отдохнули и будет. А, жди, мясо. Вот, Дудошка же, ты же... А нет, ты тоже... Твой налево ежук, что ли? Прирученный. Да, все прирученные. А, надо кого-то скушать, само собой. Но, в принципе, не совсем так, чтобы к спеху. Там вот где-то мы тогда бегали, там были овисы. Так, из минусов затея. Тут у нас, в общем-то, виверна эта тварь летает. Пытаемся облететь. Чё ж там забыло-то? Зараза. Мне вот с тобой сейчас пересекаться на Аргенте как-то не особо улыбается. Аргент не такой шустрый. Кстати, вот здесь открыто, если чё ныкаться. Какой-то странный вход. Окей. Вот как так облететь? Мне где-то там еще надо офисов выдернуть. Если они еще живы. Давай, может, по воде облетим?
Вон он, зараза. Летает. Наверное, это мой рай. Сколько тут овисов? Так, только скажите мне, что вы не затамленные, да? О, да. О, да. О, да. Мазафака. Отлично. Такс. Так, давай отделить. Один. Давай мы его тебе дадим. Чпынь. Отлично. Стой. Так, подожди, может сразу повыше левелом? А, жди, у меня же аргент не отсвищен. Это, возможно, и хорошо. Просто их тут стада, как видите, да? О, дикий самка сотка. Ладно, давай сначала сотку. Да? Отлично. Стой, соточку сейчас утащим. Я тех двух еще не смог достать. Там гребаная виверна летает. Она их еще может и схавать на самом-то деле. Так, тут лучика рядом нет. Ну, запомнили, тут вот поляночка. Тут они тут водятся вполне себе. Блин, нифига себе. Там еще наша одна стоит. Ну, по идее, тут вроде ничего и особо не угрожает. Тут еще вон они бегают, да, я смотрю. Да, вон еще овис. Да, реально, то есть самый изи способ. Если вам надо овисов, вы только начали играть, их у вас само собой нет, то вам надо просто лететь на Рагнарог. То есть вот в этой местности, где я летаю. Вот. Как видите, тут вполне себе водятся овисы. Их тут вообще дофигища, этих овисов. Смотри. Вон еще бегают. Там я еще встречал. Вот их сколько здесь. Вон раз, два, три, четыре. Капец, надо отсюда сейчас постаскивать. У меня три кекса есть. На все деньги понатаскаем. Надо смотреть, наверное, по более высокоуровневых все-таки. Там зачем-то мелочь. Ну так, с перепугу, блин. Столько овисов никогда не видел в жизни. Блин. У меня шок. Стресс. Где-то тут еще овисы, может, есть, нет? Ну, блин, таскать далековато. Далековато таскать придется. Это мне аж вон туда надо. Это лучше около секвойки. Ну, ладно, это такая не особо большая проблема. Вот еще овисы бегают. Блин, сколько же вас тут много. Отлично, просто. Вот лично, лучик бы еще где-то тут рядом упал. Было бы вообще шикарно. Вот еще овис. Короче, я сейчас сначала близ лежащих потаскаю. А потом, наверное, тех, которых там затомил. Значит, я думал, не встречу. Надо было избирательнее, аккуратнее томить. Кексов мало, еще три штуки. Ладно. Тут 149-я самочка. Отлично, отлично. Тут и птеров, как у дурака фантиков. Объективных тут очень много. Ой-ой-ой, нифига себе там на луче, что за туса. Мне еще тут надо где-то... О, нифига себе там понастроили. Смотри, сколько виверн. А что они весь луч-то засрали? Алло, кто так делает? Трындец. Нифига тоталус засиралус. Так, ладно, овис. Давай мы сюда. Овис, 149. Давай. Отлично, овис, левел 149. Комплит. Какие-то мудаки тут понара... Вставляли своих живок. Просто жесть. Что у них тут? Ё-моё, как это все отсвечивает. Виверна на виверне. Понятно. Ну да, тут виверны же тоже томятся. Вполне себе. Может, яиц стырить удастся? Так, это какашка или это яйцо? Вот это какашка. Явно какашка. Так отсвечиваешь, что ни черта не видно. Ладно, погнали еще овисов стаскивать. Так, вижу красный лучик. Но я не знаю, как давно он опустился, потому что я там был немножечко занят, пытался притулить спальники. Это та еще проблема, там, блин, заразы всю местность заставили всякими столбиками вот такими вот. Тут вообще все-все-все позаставлено.
Просто жесть, конечно. И тут все позаставлено, как видите. Тут нигде не дают строиться. Ну, типа, ПВЕ, карта вышла. Кто успел места, тот убежал. Кто не успел, но... Идите лесом, как говорится. Так, мне лучик этот чем, в первую очередь, интересен? Тем, что мне тут рядом бы в него потаскать овечек. Если он не так давно, то это хорошо. Если давно, то это плохо, конечно. То есть он уже пропадет. Ну, давай самку возьмем. Стой. Такс. Твою мать. Серьезно? Нашла где встать, конечно. Полетели, посмотрим. Ну тут овесов трындец просто, конечно. Просто трындец, как дофига. Давай, лучик, живи. Я в тебя пару овесов еще бы закинул, было бы совсем хорошо. Чтоб далеко не бегать. Вот они еще бродят. Еще смотри, он какие-то темные вообще. Сейчас всяких разных себе цветов намутим. Природных. Главное еще по левелам посмотреть. Ну там главное, чтобы у них здоровья было много, чтобы их забивать было, соответственно, профитно. Так, 30-шка, ага, натаскаю. Ну и тут дичь всякая, это пофиг. Ну, может, еще того овеса успею. Давай вот так, оп. Ну, какого того, который тут рядом. Вон там какой-то рыжий. Что там за рыжий овес? Давай глянем. Ты кто такой? Это барашка. Баран. 20-й, ну тебя в задницу. Черт, 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 надо быстрее. Вот темный просто. О, жди, жди, жди. Какого? 150-й самец, топовый. Держи. Давай его сразу закидываем. У нас самочка относительно топовая и самец есть. Офигеть. Просто офигеть. Самец 150-й. Ху-ху-ху. Просто огонь. Самца с самкой можно будет спаривать и получать неплохое такое потомство, да? Так, давай, надо успеть. Фух, успели. Тут у нас уже 4 овеса загружено. Осталось забрать тех, что у меня там остались. Ну, там низкоуровневые, так чисто на мясо. Ну, самец 150-й, самочка, по-моему, 120-й или какая была. Ну, вполне себе хватит. Ну, в целом, я более чем рад. Того у нас 7 овесов получится. Ну ладно, сейчас я еще не знаю. Возможно, там, если это огненное дерьмо летает, то мы ничего не сможем оттуда вытащить, и это будет печаль. Да, я смотрю, тут люди вообще не обламываются в плане томления овечек. У каких-то бичей в деревянном домике такое стадо. На выжимке ты их задерешься искать, я их вообще там ни одной не видел. Ну и, видать, баранины они тут этих натомили. Грифонов. Ну, возможно, мы сюда придем тоже за грифоном. Но значительно позже, наверное. Хотя, я не знаю. Говорили в комментариях, что на грифоне, типа, удобно яйца воровать, виверн. Но вот я не знаю, насколько это реально удобно. О, кстати, там кто-то жрет. Давайте, кстати, тоже поедим. У меня уже довольно сильно проголодался. Аргент, самочка наша, да? На 3000 уже просела, по еде. И попробуем какого-нибудь овеса захарчить, посмотреть. Его мясо вообще какой-то профит будет давать нам. Ну-ка. Кто тут у нас? Самец. Ты слишком маленького левела, самец. Даже с такого маленького, да, немножечко мяса форманули. Но тут надо бензопилой, безусловно. Тогда будет совсем круто. Дома-то я буду бензопилой. Так, алло, харе по мне ходить. И сейчас полетим, посмотрим, там эта огненная виверна вообще улетела, нет? Сможем мы что-то сделать? Ну, кушай, кушай. Сколько она у тебя тут? 36 минут портится. Только если с солью. 18. Ну, в целом, получается, надо хищника заставить проголодаться сильно. И потом соль к нему закинуть и нафиг его... мутить. Вот. Самочка 95-й.
О, кстати, луч. Это наш шанс. Сейчас надо только найти. О, блин, тут бронявая. Там вон козел бежит заступаться. Так, блин, ты сдохнешь, нет? Так, сколько тут поранены получится. Блин, луч почти упал. Ну там у нас где-то полчаса, да, на все про все. Ну, просто аргентам, конечно, не особо выгодно. Ну это ладно, просто кормлю аргентика нашего бараниной. Пускай деликатесы поест, тут этих деликатесов что-то кругом. Так, лучики есть, хорошо. Теперь полетели, попытаемся достать тех двух овисов. Я, конечно, с перепугу, надо было тут летать, короче, и выбирать самых высокоуровневых. Но нам повезло, что самец 150 и самка, по-моему, нормально 120 или типа того. Ну, мне хватит. Тем более, что я их просто буду спаривать, как бы, для того, чтобы они у меня там нормальных левелов рождались. Желательно потолще, чтобы с них можно было побольше мяса добывать. Ну, все у нас, да, аргент откушался практически. Так, луч здесь. А нам куда надо? Я нафиг уже, походу, заблудился. Нам надо куда-то туда. Давайте-ка. А, тут вон оно, ущелье Виверн. Ёпта. Я около него летаю, все никак не замечаю. Так, луч там. Давайте. Где тут база? Блин, я уже устал, трындец как. Ну, не я, аргент. Давай, перекури. Ну, камон. Корявые текстурки. Это там кто такой светится красивый? А, это просто свет от чего-то. Там, наверное, артефакт стоит, да? Трайпов приунывший. Наши? Ну, как, русские кто-то, да? Тусует, играет. Ну да ладно. Так, что мы тут сможем, нет? Выудить. Долбаная виверна улетела. Ну, пока не видно. Да мне от нее щемится, если я ее увижу. Это хороший вопрос. Ну, вроде бы нет, вроде бы куда-то делась. Я вот не факт, что мои эти выжили. А нет, жив. Побежали. Луч нас ждет, а там какого левела? Ладно, неважно. Давай ты выходи пока. Надо оперативно действовать. На мясо сгодитесь. Еще немножечко подкачаем вас. И все будет хорошо, я думаю. Ну и там мы еще топовых повыводим нормальных. Знаете, хотя бы так волков там каких-нибудь затомить сгодятся. Ну, в общем, по итогу у нас получается 3, 6, 7 овисов. Ну, два вот этих повыше левелом, это самец и самка. Вот их и будем спаривать. Ну, самец топовый. Самку потом, может быть, я сюда слетаю еще поищу. Ну, или посмотрим, как там будет вообще все это проходить. Возможно, и не придется. Что у нас тут в данных? Я еще это все не выгружал. Но тут фишка в том, что я сейчас аргентависа не смогу загрузить. Мне вот тут надо будет оставлять. Я уже его потерял. А вот он. Она, вернее, тяга наша. Вот. И потом как-то на скёрч-то переносить все. Ну, посмотрим. Я так и не понял, сколько времени там. Типа... Сутки писали в комментариях. Ну, навскидку, по ощущениям, 6-8 часов где-то нельзя его обратно запихивать, аргента. Вот, давайте проверим. Вот я вот перенесся сюда. А теперь я обратно нифига не могу. Еще сколько-то времени, по идее. Впихнуть. Ну да, не впихивается, само собой. То есть часов через 6-8 надо будет заходить и заниматься делами. Ну ладно, в любом случае, я прям даже не ожидал, что тут столько овисов, это очень круто. И теперь мы сможем хотя бы нормально каких-то хищников томить и так далее. В любом случае, на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.